Сегодня в работе врача большую роль играет визуальная информация. С ее помощью происходит диагностика и лечение. Томографы и рентгенаппараты генерируют тысячи снимков ежедневно. Специально для этих устройств созданы системы хранения DICOM, делающие надежную архивацию и последующий доступ к исследованиям. Но в клинике присутствуют также десятки эндоскопических видеокамер, записи с которых также нужно хранить, обрабатывать, использовать для постановки диагноза или, не дай бог, разбирательств. Сейчас вся информация с эндоскопом хаотично хранится на флешках и дисках в кабинетах врачей. Зачастую в сомнительных случаях требуется спрашивать второе мнение. Для этого нужно показать коллеге исходное исследование, но его всегда нет под рукой. Нам нужна система, созданная для работы с эндоскопической информацией. Такого количества информации в медицине еще не было. Карл Шторц представляет систему умного хранения эндоскопических исследований. Эндоскопическая камера полностью интегрирована в информационную систему клиники. Данные из карточки пациента автоматически прикрепляются к текущей сессии в одно нажатие. Во время исследования врач создает изображения и видеоролики, управляя записью прямо со стерильного эндоскопа. После завершения работы данные в фоновом режиме отправляются на сервер, что позволяет сразу начинать следующую операцию или исследование. Система сценара решает задачу автоматизированного сбора визуальной информации, полученной с помощью эндоскопических видеокамер, расположенных на любом расстоянии от центрального сервера. Система сценара не только собирает, но и систематизирует информацию, позволяет получить к ней удаленный доступ для редактирования и анализа. На примере действующей в России федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями можно показать практическое применение системы сценара. В предусмотренных программой центры онкологической помощи устанавливаются портативные видеосистемы Телепак X-LED, позволяющие выполнить гастроскопию, колоноскопию, ректоскопию и другие исследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Полученная визуальная информация поступает на центральный сервер, расположенный в областном онкодиспансере. Изображения и видеофрагменты, сохраненные сервером сценара, доступны как в кабинете врача с любого стационарного или портативного устройства, так и в интегрированный операционный OR-1, и могут быть использованы для обеспечения преемственности, оказания медицинской помощи, оценки эффективности лечения, определения причин медицинских ошибок. Сервер сценара объединяет все источники эндоскопического видео в единую сеть с централизованным доступом из любой точки, по защищенным каналам с учетом защиты персональных данных, надежным архивом на собственных серверах клиники и единым интерфейсом взаимодействия с любыми информационными системами. Сохраненные данные сжимаются по мере устаревания по заданному алгоритму, позволяя существенно экономить место. При перемещении пациента между отделениями или филиалами исходная визуальная информация легко доступна и не теряется. Эндоскопическая система в смотровой или операционной. Перед началом процедуры доктор выбирает своего пациента из списка на экране. Этот список формируется автоматически на основе данных из электронных систем клиники. Информация из карточки пациента автоматически загружается в видеосистему. Для формирования изображений и видеоэпизодов доктор использует клавиши на видеокамере. Они находятся прямо под рукой. После окончания работы данные без участия человека сохраняются на сервере, не задерживая начало следующей операции или исследования. В любом месте и с любого устройства специалист может быстро найти запись процедуры, сделать пометки и отредактировать. Загрузить на компьютер для использования в презентации или отчете, поделиться с коллегой и узнать его мнение, даже если он находится в другом городе.